Всем привет, ребята, с вами я, Водопостик Game Channel 64. Сегодня мы будем проходить такую игру под названием Abandoned Puzzles Diver Renovate Classic. Я такой игру нашел у этого разработчика. И он неплохо сделаю, музыка нормальная. Ладно, новая игра. Выбери оппонента. Начнем, конечно же, с Фрейзи. Давайте его выберем. Поехали. Что будет делать Фредди? Ну все, выбрал Фредди. И будет здесь у нас Фредди активничать. У нас есть Play Audio. Тут у нас будет Фредди активничать. Окей, вон он теперь стоит. Окей, у него были оранжевые глаза. Окей, Фредди у нас двигается. Окей, сейчас вводим отдельно... О, здорово. Когда он в офис заходит, нужно от него двигаться. Мы только с Фредди деремся. О, привет. Окей, ребят, когда у него оранжевые глаза, нужно нажимать аудио на первой камере. Часика ночи у нас. Ну окей, с Фредди легко пока что. Окей, вот и Фредди. А дальше будет Пони, потом Чика. Окей, у него нет глаз, хорошо. Окей, тут двигаемся. Все, вот так его прогоняем. Так, следим за Фредди. Мы выжили, ей! Окей, давайте-ка следующего персонажа. Окей, мы прошли Фредди. Теперь идет Бонни у нас. Окей, выбираем Бонни. И поехали. Теперь у нас ночь с Бонни. А вот и Бонни. Получается, тут будет теперь по-другому. Бонни идти, в отличие от Фредди. У нас есть шокер. И на камере у нас есть такие кнопки.
ударили его током. У него глаза, кстати, загорелись. Окей, он здесь стоит, хорошо. Заводим пони. Окей, ты здесь стоишь. Давай, ставим двигатель. Да, вы видели, у него глаза загорелись. Так, он опять идет в офис ко мне. О, ты здесь уже, хорошо. Привет. Ты получаешь шокер. О, теперь он уже глаза поменял. Тут надо эти кнопки нажимать, чтобы выбрать. Так, понял. О, теперь зеленый у него. Чик. Нажал на кнопку и все. О, ушел. Он глаза умеет менять. Окей, у него тут не поменялись. Значит, он власть ко мне. Вот он пришел. И получил шокер. Так. Окей, у него глаза не изменились. Так, он идет уже. И дальше у нас идет Чика. Окей, выбери оппонента. Чика, мистер Капкик. Окей, выбираем Чику и мистера Капкика. Погнали, что-нибудь. А дальше у нас идет уже Чика с Кексиком. Тут будет Чика и Кексик. Меня будут пытаться убить. Потому что это о. Пробел маска. Пробел мы можем маску использовать. О, Чика идет уже, так. Не понял. У меня Кексик убил. Так, уже идет. Окей, Кексик ставит маску. Куда Кексик был? Я его не вижу нигде.
где Гексик был? Где? Это баг уже был. Почему она не зашла ко мне? Мне кексик убил. Это баг от разработчика. Разработчик, ты что так некачественно чинишь баги? Разработчик, ты что такой ленивый не чинишь баги? Вот это сейчас баг. Почему Чика в офис не зашел? Разработчик, что за баги? Гексика не было на первой камере. Чика, чё так мало времени ты даёшь?
кексик читерный. Я выжил ночь, ей. Окей, что дальше? И все, я прошел всех аниматроников. Чика и мистер Капкик, я прошел. Оу, ес. Окей, можно выйти. Эта игра была прикольная. Три аниматроника целых. С одним мы дрались. И мы прошли эту игру. Ей. И время экстра. Аниматроники. Окей, Фредди. Бонни. Чика. Марионетка. Сейчас в шкатулке-то он был здесь. Он был здесь, вот этот марионеточ. He will be in a music box, and I bind up him in all nights. So yeah, да, он реально здесь был, марионеточ. Окей, я тебя заводил, по-моему. Так что да, марионетка, Чика, Бонни, Фредди, behind scenes. Окей, это карта, получается, игру он делал. Хорошо.
все, ребята, я думаю, прошел эту игру. Так что там, если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, если хотите видеть больше роликов. С вами был я, Мистер Фотофокс, всем адьос. Анкор!